Стратегия развития Сургутского района признана лучшей в стране за свою реалистичность. В Санкт-Петербурге подвели итоги федерального смотра конкурса «Реализованные стратегии. От идей до воплощения». Сургутский район стал победителем в престижной номинации «Самая устойчивая система стратегического планирования». Эксперты оценили реалистичность проекта Югорского муниципалитета. Он отличается своей приземленностью, ставя в приоритет реальные задачи, а не далеко идущие фантастические планы. Наша стратегия так называется, от прожектов к проектам. То есть если ее открыть, она максимально, там минимум слов, максимум цифр. Там 263 конкретных мероприятия в разрезе 56 контролируемых показателей в 24 муниципальных программах. То есть то, что мы собираемся сделать там, в ближайшие годы в рамках благоустройства, жилищного, дорожного строительства, строительства объектов соцкультбыта, ЖКХ, то есть это конкретные мероприятия. Стратегия развития Сургутского района создавалась при участии жителей муниципалитета. К обсуждению были подключены 18 тысяч человек. В итоге народные предложения вошли в единый документ. На конкурсе власти района презентовали три пункта из стратегии. Это инвестпривлекательность, жилищное строительство и развитие спорта на территории района. Сегодня в Сургутском районе созданы привлекательные условия для бизнеса. Строятся школы на условиях государственно-частного партнерства. Существуют разные формы поддержки, в том числе гранты и субсидии. Хорошими темпами расселяется аварийный фонд жилья. Введено 8 новых спорткомплексов, 9 хоккейных кортов, 2 скейт-парка и 17 многофункциональных спортплощадок и тренажерных комплексов. При этом стратегия района живая, планы корректируются. В период нестабильной экономической ситуации власти ищут новые варианты привлечения дополнительных средств в бюджет развития. Может быть, они не такие масштабные, но вполне реальные, что называется, земные, те проекты в разрезе наших поселений, которые мы планируем реализовать. То есть для нас это не просто документ стратегического планирования, а то, что мы обязаны включить в бюджет района на ближайшую, там, условно, трехлетку. Этот документ, он ежегодно корректируется, но хотелось бы корректировать его в большую сторону, не в меньшую, а в большую. Поэтому я сказал, что сейчас на первый план выходит поиск средств. То есть запланировать-то мы запланировали, теперь деньги нужны на это все. Представители Югры успешно выступили на федеральном конкурсе. Среди муниципальных образований с численностью населения свыше 250 тысяч человек победу в номинации «Самая устойчивая система стратегического планирования» одержал Сургут. Соседние администрации уже обменялись взаимными поздравлениями.